Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, на своем канале я показываю вам все свои находки с секонд-хенда. Конечно же, все делаю это с примеркой. Сегодняшнее видео будет не только интересным, приятным к просмотру, я надеюсь, но и познавательным. Так что давайте приступим. Покажу все, что нашла в последнее время. И, конечно же, расскажу о том, на какие логотипчики стоит обращать внимание, даже если вы не знаете название какой-то компании, качественная она или нет. Я не говорю о тех знаменитых брендах, как Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Calvin Klein. Нет, все мы про них знаем, но именно та узкая ниша одежды, направленная на занятия спортом или для отдыха, многим неизвестна. И покажу сегодня, на какие логотипы стоит обращать внимание. Да, начну свой показ с своей находки джинсов. Сейчас покажу их прям сразу в раскладке. Но не пугайтесь, это джинсы большого размера. Я давно искала джинсы оверсайз размера, чтобы они свободно садились, да, со свободной посадкой, с плотным джинсовым материалом. Таких джинс не найти днем с огнем, честно говоря. Я нашла эти джинсы, и это, ну, хорошая компания, всем известная тоже. Мне их пришлось отрезать, на себе покажу. Отрезала, махрушку вот такую слегка сделала, но в процессе носки все равно, в процессе стирки увеличиваться это все будет. В общем-то, за раз я это не сделала, подворачивать не буду. Сделала длину до щиколотки, трубы широкие, завышенная талия. В общем, то, что я искала, то и нашла. Плотный материал, как я уже сказала, по бокам есть интересные карманы. В общем, то, что искала, была очень рада, когда увидела вот это вот, но в примерке только оказались они мне длинноватыми. Но, как вы видите, это совсем не проблема для тех, у кого есть фантазия. Так, ну и давайте приступим непосредственно к той одежде, которую я вам хочу сегодня показать. Вот сегодняшний разбор на этой вешалки я собрала, и давайте начнем. Итак, первую вещь, которую хочу показать, и хочу, чтобы вы обращали внимание на компанию Danskin. Эта компания производит спортивную одежду очень хорошего качества. Здесь у меня вот такой, как не свитшот, худи, забыла название. Конечно, качество просто великолепная. Есть утепление ладошки, вот такой пальчик, и утепленная верхняя часть ладони у вас будет. И эта ткань очень мягкая, вот флис прям внутри такой нежный, к тому же оттенок приятный, да, освежающий, с карманами кенгуру. В общем, задняя часть она слегка, видите, удлиненная, чтобы закрывать и от ветра, от холода заднюю точку. Если тем более на велосипеде вы ездите, тоже это очень такой хороший признак. В общем, говорю про те признаки, на которые нужно обращать внимание. Так что обратите внимание свое на одежду Danskin's. Еще раз показываю. Danskin. Качество отличное, просто здорово. Следующую вещицу, на которую тоже я хотела бы, чтобы вы обратили внимание, это вот такой худи без капюшона, удлиненный рукав, швы выполнены вот в спортивном таком стиле. Посмотрите, какая обработка. Обращайте внимание тоже на обработку этих швов. Но когда я покупала, срезан был вот тут логотип, бирочка, но ничего страшного, подсказка крылась вот здесь, на горловине. Если увидите этот логотип, обязательно покупайте. Вещи отличного качества, на замочке. Обратная сторона ткани, как правило, на хлопке основа хлопчатобумажная, да, как говорится. Приятное к телу, даже на голое тело надеваешь, и это просто здорово. Еще раз покажу вам логотип. Крой великолепный, облегание классное. По спинке вот так вот выглядит. Тоже все швы здорово прошиты. Просто великолепная вещь. Так что обращайте внимание на этот логотипчик. Есть, вернее, в продаже есть и
леггинсы, и футболки. Запомните просто, и если встретите, обязательно покупайте. Следующую вещь, которую хочу показать вам, это вот такая вещица. Вот так выглядит логотип. Как правило, пишется он внутри, и обязательно есть значок так, чтобы его было видно. Это показатель качественной одежды. Принцип тот же. Спинка слегка удлиненная на замке. Обратная сторона тоже имеет такую ткань, приятную к телу. Здесь опять-таки есть для пальчиков утепление. В общем, классная вещица. Тоже обращайте внимание на вот такой логотипчик. По спинке, ну, обычный классический спортивный силуэт. Так, следующую вещь, на которую тоже я хотела бы, чтобы вы обращали внимание, это вот такой вот логотипчик, вот такой цветочек. Он может быть по спинке расположен, может быть на кармане. Показываю сразу спинку, чтобы вы понимали. Отражатель здесь на резиночке, так, чтобы по талии ложилась эта вещица. Опять-таки, это серия спортивной одежды. Вот так логотип выглядит. Девчонки, не называю логотипы, вот, потому что знаю, будете меня поправлять. Кому-то понравится, кому-то неправильно я сказала. А так вот визуально, я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Опять-таки, принцип такой, что утепление для рук. Карманы. Сейчас не буду. Ну, сейчас. Все на замочке. В общем, обратная сторона. Опять принцип такой же. Как будто вот эта вещь, как будто такой нежный мелкий велюр. Телу очень приятно. Даже на голое тело надевая, удовольствие будете получать однозначно. Так, следующее. Так, ну вот эту вещь я покажу в последнюю очередь, потому что она немножко не в тему, да, к сегодняшнему такому разбору. Но обязательно расскажу, покажу, что, как говорится, что с ней не так, тоже вы узнаете. Ну и Атлетик, тоже известная компания. Футболка обычная. Мне хотелось просто базовую футболку, казалось бы, да. Ну, купила из-за цвета. Сочный, красивый. Камера хорошо оттенок передает, но вся ее необычность именно в деталях, да, вот такие вещи, они, как говорится, качественные вещи, они всегда проявляют свое качество в деталях. Посмотрите, какой крой по спинке, есть вот такие разрезы тоже, да, как классическую какую-то базовую вещь можно ее надевать, эту футболку, не обязательно как спортивный стиль. Ну, в общем, вот такая вещь, тоже обращайте внимание на компанию Athletics. Классные вещи, качественные. И я люблю выворачивать вещи и, глядя по тому, как выполнены швы, которые не видно, можно судить про качество вещи. Здесь посмотрите, обработка самого низа, чтобы сделать его более тяжелым, чтобы вот подчеркнуть вот этот фигурный такой разрез, выполнено вот таким способом. Ну и обращайте внимание на то, как выполнена обработка горловины. У качественных вещей, как правило, скрыт сам шов, скрыт сама обработка оверлоком. Все детали, как бы, они выполнены вот так. Так, следующую вещь, ну как это сказала, напоследок расскажу про эту покупку свою чудесную. В общем, следующую вещь я просто купила как база. Нужны вот такие вещи, футболки с длинным рукавом в качестве базовых под жакеты, под жилеты. Всегда нужны вот такие вещи. Купила, несмотря на компанию, вот так называется, приобрела только лишь потому, что нужна была базовая качественная вещь. Черного цвета причем. Ну и, как правило, смотрю на все швы. Обычные, ничего такого. Вот то, о чем я говорила, отличие, скажем, качественной вещи от не совсем качественной, это вот обработка. Видите, как
скажем, некачественно, не совсем качественные вещи обработана горловина, и как обработана горловина у вещей более высокого класса, более высокого качества. Так, ну и давайте про ту вещицу, о которой я вам сегодня хочу рассказать. Честно говоря, я эту вещь купила для мужа. Ему нужна именно вот такая рубашка, утепленная. Он не любит какие-то там куртки, пиджаки он не носит. А вот эта вот вещь бы прям как раз в его стиле была вроде. И его размер я там в магазине я на себе примерила. Она мне чуть великовата, и рукав длинноват мне оказался. Но, в общем, купила, с радостью сообщила, что он тоже имеет обновку, не только я, вот так компания называется, и XL вроде размер такой. И она с карманами, классная вещь. Но придя домой, оказалось, что это женская рубашка. Почему-то она висела в мужских, в мужском, скажем, отделе. В общем, рада тому, что вот так случайно мне эта рубаха досталась. Ношу дома вместо утепленного какого-то халатика, утеплителя какого-то поверх. Выскочил на улицу, у меня там уличные кошки тоже прикармливаю. Я их, и, в общем-то, выбежать так слегка на улицу тоже накидываю, классное. Мягкая, наимягчайшая, вот искусственная вот эта вот плюшка, она просто здорово. Оттенок мне тоже, как говорится, под лицу, все к лицу подошел. В общем, вот такая неожиданная обновка попалась мне. Я очень рада, что, как говорится, мужу она не подошла. Естественно, он с поворотом застежки на женскую сторону он носить не будет, понятное дело. В общем, как говорится, неожиданно себе купила тоже приятную вещь. Да, по поводу рукавов, мне их приходится слегка заворачивать, но я практически во всей одежде, верхней и в теплой одежде с длинными рукавами, мне всегда приходится рукава подворачивать. А так, классная, приятная вещица. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.